Американскому миллиардеру Роберту Дёрсту официально предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Следователи считают, что Дёрст убил свою многолетнюю помощницу Сьюзен Берман 15 лет назад за два дня до Рождества 2000 года. Взятый под стражу двумя днями ранее в Новом Орлеане, Дёрст согласился на свою экстрадицию в Калифорнию, так как ордер на его арест был выдан в Лос-Анджелесе. Боб Дёрст не убивал Сьюзен Берман. Он готов покончить со всеми слухами и спекуляциями и решиться на процесс. Мы разочарованы поведением местных властей, потому что они были намерены удерживать его здесь, но мы готовы отправиться в Калифорнию и устроить процесс там. В 2003 году Дёрст уже был осужден за убийство своего соседа, чей расчлененный труп был найден в море. Однако адвокаты доказали, что убийство было совершено в целях самообороны, и в 2006 миллиардер уже вышел на свободу. На этот раз Дёрст сам случайно сознался в убийстве во время съемок документального сериала, посвященного его жизни и связанным с ним криминальным делам. Во время перерыва в ходе одного из интервью, посвященного как раз убийству Сьюзен Берман, он вышел в ванную, где наедине с собой, но с невыключенным микрофоном произнес: «Конечно, я убил их всех».